Сегодня 12 февраля 2024 года. И вот я снова возле моста, который поднимается, когда проходят баржи, снимаю для вас этот небольшой сюжет из нашего, как говорится, канала. Смотрите, я смотрю, он везет здесь металл. Я вам сейчас ближе покажу, вон, загружен металлом. Так что, вот смотрите, и какая длинная баржа идет, которая загрузилась полностью металлом и идет в сторону Франции. Вот какая она огромная. Это порт приписки Дюнкерк. Вот написано Дюнкерк и флаг французский. И вуаля. Всем хорошего дня, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.